Привет, с вами Матвей 777, и мы сегодня играем в карпаркинг. А вот моя Жигулька. Ну, я только начал играть. Сразу не судите. Просто... Так. Жигулька моя. Так. Едем. Если на этом видео наберется где-то около 50 лайков, 50 лайков, если наберется, то я сниму вторую часть по карпаркинг. Вот. Вот так. Так. Поедем сейчас на второй рыночек. Можем там продать свой хомик вот этот. Уху. Так. Вот, сейчас заезжаем. Конечно, на второй рынке мало машин. Вот тут гелик за 1 000 000 продается. О, за 100 000 есть. Я, короче, продам за вот столько своему тачку. Сейчас я покажу. Так. Вот, давайте с этим челиком обменяемся на... Сейчас, если он захочет обмен. Так, 374. 374. 374. Давай обмен. Ну чё? Чё он будет думать? 374. Обменяешь свой гелик? Обменяешь? 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 Обменяй свою тачку. Блин, он не хочет. Кто обмен на BMW в такую... А чё он не хочет брать, смотрите? Бупан, всё нормально. Так. Давайте ещё кого-нибудь найдём. А, 374 всё ещё. Давайте 951. Эх, никто не хочет. Я хочу обменчик на Жигуляку. Так, ищем. Ну, Тёма Самара. Ну, боже. Эх. А давайте свою Жигульку продадим. За 50к, в принципе. Не, давайте за 70к продадим. Так, 70. 70. Так, все. Сейчас напишем. Бупан. Он сейчас думает, обменять свой гелик или нет. А ему, у него гелик угнали. У него гелик угнали. Стой, чел, это мой гелик. Стой, человечек. Это мой гелик. Так. Вот он какая-то точка. Ну, это какой-то мини. Прям машина. О, май, БМВшечка нормальная такая. Сейчас, если он меня надурит, что он купит, конечно. Ну, это моя первая тачка. Я на ней уже 85 км обмотал, ну, намотал. Ты чё, человечек ты?
Он сталкивает кого-то там. Сталкера просто. Натуральшин сталкер. О, красава на бэхе. Что там, какой Лексус? Какой Лексус там за 20к дается? Сейчас. Да блин, да вы задолбали, чё? Ладно. Уи. Сейчас дрифтить будем, наверное. Не, нифига. О, нифига, в последний раз так дрифтанули, нормально. 70к продаем бы панчик. Продаем бы панчик, продаем бы панчик. Продаем бы пан. За 70к продаем бы пан. О, какой-то челик. О, может, 961-й? Ну, что-то меняет. Хотя... Что у него за тачка у этого 961-го? Да вот это его тачка, что ли? Не. Или какая у него тачка? Ладно, пофигу. Ладно, давайте поездим. Уху. Ой, блин. Ой, Жигуль супер мял. Ну ничего, будет боевая классика. Вижу. Ой. О, что это за автокейс? О, плюс 4К, нормально. Уху-ху. Ай, ёшкин ты ж кот. Ну, сейчас, наверное, точно боевая классика. О. Боевуху делаю. Так. Если под этим роликом наберется 55 лайков, то я сделаю Жигульку боевую классику. Вот если 55, если 50, то выйдет вторая часть. И если еще 5, то выйдет Жигулька боевой классикой. Ну что, всем удачи и всем пока. С вами был Матвей 777. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комменты.